Первая ракетка мира британец Энди Маррей продолжил беспроигрышную серию матчей. Во втором круге турнира ATP в Дохе он обыграл австрийца Геральда Мельцера. Счет игры, состоявший из двух сетов, 7-6, 7-5. Поединок длился 2 часа 23 минуты. На счету Маррея 4 брейка и 10 эйсов при отсутствии двойных ошибок. Мельцер ответил ему 3 брейками и 2 эйсами при 3 двойных ошибках. Маррей вышел в четвертьфинал, где встретится с Николасом Альмагро. Помимо него в следующий тур прошли Новак Джокович и Томаш Бердых.